Значит, открываем лючок. Здесь видим вот этот рычаг, две тяги, посередине ось руля, гаечка, диаметр, по-моему, 6. Собственно, вот это руль, вот это отбойник для водорослей, защита. Она сделана из того же самого карбончика, что и сам руль, только потоньше. Значит, руль вот такой вот высоты, да? То есть, это сантиметров 20. Значит, что еще рекомендуется? Вот сюда вот поставить поролоновую такую прокладочку. Или точнее даже бампер такой, поролоновый. Чтобы в случае отрыва тяги, руль сам стал в среднее положение. Ну или можно какие-нибудь пружины сюда примострячить. Собственно, все. Но если интересно, могу еще показать, как устроены педальки. Тяги, значит, у нас выходят вот здесь, вот в районе коленей. И вот таким вот образом проходят сквозь педали. Вот это у нас подвижная часть, вот это неподвижная. И здесь вот они соединяются через регулировочный такой винт. Значит, регулировка самих педалей. Вот здесь две направляющие такие. Барашек М6. Плюс еще вот такая вот прищепочка. То есть в трех точках руль крепится. Ой, не руль, педали. Вот. Здесь те самые... как называются? Лямки, да, для ног. Я им никогда не пользовался. Еще пока. Собственно, все.